Телеканал КРТ представляє. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Вітаю вас, дорогі друзі, з вами програма ТБУ «Топ блогери України» і я, її ведучий Тарік Незалежко. Сьогодні у мене в гостях Олександр Сємченка, доктор політичних наук. Радий вітати у нас в студії, давно не бачилися і багато про що хочеться поговорити. Здравствуйте, Тарас. Поговоримо. Да. Ну, перше питання, яке я хотів би задати, дізнатися ставлення до того, що представники Інституту національної пам'яті заявили буквально наступне, що Україна не має святкувати 9 травня, тому що вона була жертвою, яка була використана тоталітарними режимами. Тобто воювала за інтереси тоталітарних режимів, а не за себе. Як ви до цього ставитесь? Давайте по порядку. Інститут національної пам'яті, що времен В'ятровича, що времен Дробовича, нового директора, достоин того, щоб кожного із сотрудників цього інституту взяли б психіатра, студенти-психіатра, изучали б на їх примірі патології, различні психіатричні. Що касається їх утверждень, що Україна не воювала, абсолютна правда. Воював совєтський народ. Причому за собственную жизнь і за собственное выживание. Именно за выживание воевали. Этому есть масса доказательств. Но вот многие слышали про план ОСТ, который предусматривал уничтожение значительной части населения в Советском Союзе, в том числе и на территории Украины. То есть две трети населения должно быть просто быть уничтожено. Остальные частью выселены, частью остаться для обслуживания немецких господ. Если бы этот план ОСТ был реализован, то я думаю, что ни Ветрович, ни Дробович не руководили бы каким-то институтом, а просто, ну, если бы выжили, если бы они действительно родились, просто бы вот занимались тем, чем занимаются их земляки в Польше, в Финляндии, в Швеции, собирали бы ягоды, там работали бы на сельскохозяйственных работах. И в кращому випадку, ну, да? Ну, да, если бы они выжили. А вообще... Тобто, я перепрошую, тобто не відбулася там мрія, про яку деякі дуже розумні люди говорять, от якби Германія виграла, то ми б німецьке пиво пили би зараз. Не, ну, может быть, кто-то бы и пил немецкое пиво раз в жизни, потом бы немцы поймали и расстреляли, или там засекли до смерти розгами. Ну, то есть там же было четко, понятно сказано, кто люди, а кто полулюди, а кто вообще не люди, и славяне, в том числе украинцы, относились к нелюдям. То есть их использовали в определенном контексте для решения своих задач. Создавали некие формирования, особенно когда вот начал истощаться мобилизационный ресурс в Германии. Начали использовать там, для того, чтобы воевали. Ну, нормальная тоже тактика, правда, по большей части не немецкая, а английская тактика, когда одних туземцев нужно стравить с другими туземцами, пускай воюют за интересы белых господ. Мы, в конце концов, видим цифры потерь. Мы видим, что 27 миллионов советских граждан погибли в той войне. Но военных из них было всего 8, ну, максимум, там, по разным подсчетам, 9 миллионов. То есть две трети – это были гражданские, которых уничтожали. Неважно, там, евреи, белорус, русский, украинец. Уничтожали. Просто тотально уничтожали в лагерях смерти, уничтожали прямо по месту жительства, знаете, с доставкой на дом, сжигали села. Это ж не только белорусская трагедия, когда сотни там сел сжигали вместе с жителями. Это и украинская трагедия, это и российская трагедия, потому что многие российские территории тоже находились под оккупацией. Недолгая оккупация, а в итоге вот взять тот же Донбасс, а в итоге стволы шахт забитые трупами. Потом эти трупы оттуда вытаскивали, месяцами, годами вытаскивали трупы и хоронили по-человечески. Ну, да, це дуже така інформація страшна. І від того хочеться задати наступне питання. Воно пов'язано з тим, що я спілкувався з одним поляком, і він казав, ну, наступне, що, розумієте, Радянський Союз, він виграв тільки завдяки тому, що Сталін не рахувався з солдатами, тобто використовував як громадне м'ясо, тобто не було ніякого озброєння, і тільки от завдяки кількості Радянський Союз переміг у Другій світовій. Ну, ваше ставлення? Мені кажется, це абсолютний бред. Опять-таки, можна на цифрах це навіть доказувати. Тобто, воєнні потери, що Совєтського Союзу, що Германії, вместе с союзниками. Не надо забывать, что против Советского Союза воевала не Германия, а воевал Третий Рейх, включающий в себя современную Францию, современную Бельгию, Голландию, Данию, Норвегию, Чехию. Так вот,
потери Третьего Рейха, военные потери Третьего Рейха в Великой Отечественной войне, они примерно равны, где-то 8,5-9 миллионов человек, примерно равны советским военным потерям. Это то есть примерно тоже те же самые 8,5-9 миллионов человек. То есть если брать первый этап войны, то есть 41 год, вероломное нападение, предательство командующего Западным фронтом генерала армии Павловым, то там, конечно, в некоторых случаях потери превышали даже соотношение 1 к 10. То есть на одного немецкого солдата 10 советских солдат. Но постепенно это соотношение выравнивалось. В 42-43 году уже по большей части все шло к первой части, первой половине 41 года, все шло, 43 года, все шло примерно в соотношении 1 к 1. И постепенно доходило до соотношения 1 к 10, 1 к 12. Я всегда привожу вот пример операцию Яско-Кишиневскую операцию, которую, кстати, разрабатывал, командовал забытый на вот сейчас и оболганный во многом маршал Тимошенко, один, кстати, из 10 советских маршалов, которые были по происхождению украинцами. Там соотношение потерь было 1 к 10. То есть на одного советского солдата было 10 немецких солдат, погибших, раненых, плененных. То есть в итоге вот там Висло-Одерская операция, там, операция по штурму Берлина, там тоже соотношение потерь были в пользу Советского Союза. То есть меньше теряли, чем теряли наши противники. Ну и взять по вооружению. То есть есть образцы вооружения, которые не смогли немцы превзойти на протяжении всей Великой Отечественной войны. То есть вот они столкнулись в начале войны просто с невероятными монстрами, которые, к сожалению, не всегда правильно использовали, танками КВ-1 и КВ-2. Потом уже эти танки КВ-2 развился в танк ИС-2 и ИС-3, которые просто для немцев были ужасом. Ужасом на полях сражения. Они пытались что-то этому противопоставить. Строили какие-то мега-монстры. Например, было создано два бетонных танка МАУС. Вес там этих танков до 200 тонн был. Мостов не было, по которым эти танки могли проехать. Но это уже был тупик просто развития. Да, где-то немцы неплохо подвинули науку, неплохо подвинули технику, в частности, в том, что касается реактивной авиации. Но в этом же направлении двигался и Советский Союз, и когда немцы уже создали свои реактивные истребители, им не на что было летать, потому что, как говорят, лучшее ПВО – это танки на аэродроме противника, ну и кроме того, это лучшее ПВО – это танки на нефтяных разработках в Поеште в Румынии. В итоге немцы лишились просто топлива, горючего. В общем, говорить о том, что закидали трупами, но это бред полный, еще и с точки зрения того, что мобилизационный потенциал Советского Союза был как минимум в два раза меньше, чем мобилизационный потенциал Германии. То есть население Советского Союза на момент начала Великой Отечественной войны было 190 миллионов человек. Население Европы, которую под свою пяту взял Гитлер, было порядка 400 миллионов человек. И могут, конечно, возразить, сказать, ты вот там говоришь о французах. Но ведь французов, воюя против Гитлера, погибло меньше, чем французов, воюя за Гитлера. Если взять тех же поляков, то я встречал цифру, значит, 27 тысяч польских солдат и офицеров погибли в 1939 году, защищая Польшу от вторжения Гитлера. И 120, больше 120 тысяч поляков погибли, воюя на стороне Гитлера в различных подразделениях немецких, либо вермахта, либо СС. Потому что Польша рассматривалась вообще как часть Германии, генерал-губернаторство, и, соответственно, поляки были гражданами Германии, они подлежали призыву точно так же, как и остальные граждане Германии Третьего Рейха. От хотів би продовжити саму ту тему. Ну от ми зараз порівняли, скільки там французів на боці гітлерівської Германії були, скільки проти неї. А от питання зараз Інститут національної пам'яті розказує нам приблизно, ну як я це розумію, що на Західній Україні всі були членами УПА, а в Червону армію там ніхто в принципі не потрапляв. Це правда? Яке співвідношення, якщо це може, не так, як кажуть наші хлопці з Національного інституту пам'яті. Но опять-таки они передергивают, врут. То есть УПА, вот историки УПА называют численность у украинской повстанческой армии за всю вот,
историю существования с 42 года и там по 59, по 63, ну по-разному там, когда ее разбили, считают, так вот называют максимум 200 тысяч. Я думаю, что эта цифра завышена, даже если мы возьмем ее за правду, то с западных, у западноукраинских областей в различные периоды, это там и 39, 40, 41 год, и уже после освобождения 44 год, было призвано более миллиона человек. И эти люди воевали, но с переменным успехом, понятное дело, воевали. Там некоторые говорят, что вот сразу после освобождения всех отправляли в лагеря. Освобождали огромную территорию. Оккупированная территория, там это было население более 50 миллионов человек. Но это если говорить не об Украине, а в целом о советской территории. Была оккупирована там и там, Смоленская область, ну, Тверская область, Калининская, да, это называлось. Там вся Белоруссия была оккупирована, Прибалтика. Но в лагеря отправляли только тех, кто был виноват в сотрудничестве. Причем не просто в сотрудничестве, а в сотрудничестве, связанном с совершением преступлений с немцами. То есть были случаи, когда человек служил в полиции, да, его там рассмотрел его дело СМЕРШ, выявил, что человек, служа в полиции, не совершал преступлений, его тут же мобилизовали, ну или в зависимости от возраста, мобилизовали в Красную армию, и он даже еще ордена и медали получал в Красной армии. То есть это было не только на территории Украины, но на территории тоже Украины было, и соотношение, конечно, было, ну, явно не в пользу героев УПА, которые, ну, по большей части, мне кажется, бандитствовали. Понимаете, если они были такие сильные и большие, то они проигрывали даже партизанам Колпака, хотя у Колпака, в общем, численность была не очень и большая. И шутки есть по поводу этой украинской повстанческой армии, что это самые умелые бойцы были именно в украинской повстанческой армии, потому что немцы не смогли подбить ни одного танка УПА и не сбить ни одного самолета, который бы управлялся вояком УПА. Ну, тут, в общем, это просто ложь. Вот прямая ложь, но эта ложь входит в голову многих людей просто за счет того, что не дают возможности эту ложь опровергнуть, используя те же самые каналы. Но вот эту ложь вливают в уши людям по всем телеканалам, по всем там интернет-изданиям, устами наших политиков, даже устами президента, что Порошенко, что Зеленского. Вот я как раз хотел опровергнуть это, ну вот мы с вами опровергаем на не самом большом телеканале, и кто-то нас услышит, а кто-то не услышит. А вот хотілося б якраз трошки зачепити тему стосовно, яка стосується безпосередньо нашого президента. Ну, він зробив два звернення, тобто 8 травня і 9 травня. Вони, я б, ну, так сказав би, не дуже сильно відрізнялися між собою. Ну, я маю на увазі саму атмосферу, яка була в тому посилі, який президент нам посилав. І хотілося б поговорити про те, що Володимир Олександрович застосував приблизно наступні слова, що ніхто не може приватизувати цю перемогу. І ці слова, приблизно такі ж самі слова, в свій час використовував пан Петро Олексійович Порошенко. Як ви ставитесь, по-перше, до цих слів, а по-друге, як вам сподобались виступи президента, звернення його 8 і 9 травня? Ну, слова абсолютно правильні, на самом деле. То есть это победа общая, это победа всего советского народа. И я бы не стал здесь выделять там казахов, или киргизов, или русских, или там белорусов. И говорить о том, что вот какая-то республика, пусть даже самая большая, типа РСФСР, могла бы справиться с этой бедой самостоятельно. То есть вот справились, как справились. То есть, и вот, и причем в некоторых моментах просто проходили, ну, по грани. Но ни для кого же не секрет, что передовые немецкие там разъезды, ну, мотоциклисты дошли до окраин Москвы. Пала бы Москва, но ведь Москва — это не просто символ. Москва — это и транспортный узел, и промышленный узел, промышленный центр очень большой. Что было бы без Москвы? Неизвестно. А там, ну, буквально все на волоске висело. То же самое так в Сталинграде висело. Хотя до Сталинграда, конечно, могли бы при известном везении и не дотянуть, потому что, ну, буквально вот на волоске висела ситуация
в середине 42 года в районе Харькова. То ли Тимошенко переиграет немцев, то ли немцы. Но вот немцев вот тут чуть-чуть буквально не хватило там удачи. То есть несколько раз проходили буквально по лезвию ножа и выиграли просто потому, что были вместе. Вот все работали как один на победу. Поэтому приватизировать, конечно, победу нельзя. Но если взять то же выступление Зеленского, он же в этом выступлении эту победу пытается приватизировать. Он сразу выделяет украинцев. Он рассказывает, что ось украинцы сделали выдатный внесок. Все сделали выдатный внесок. Там чукчи, коряки, там якуты, которые послали, может быть, там кто-то 10, кто-то 100, кто-то 1000 представителей своего народа, тоже сделали решающий вклад, потому что там... Действительно, в некоторых моментах просто вот все было на грани. И кто стал той соломинкой, которая переломила хребет верблюда? А Зеленский рассказывает. Вот, посмотрите, Кожедуб. Уроженец Сумской области, украинец, трижды Герой Советского Союза. Вот он победил фашистов. А кто самолет ему дал? А кто этот самолет заправил? Кто этот самолет вооружил? Кто у него ведомым был? Кто командиром моего эскадрильи, потом полка и так далее? Кто был? То есть это, ну, я думаю, что Кожедуб сам бы услышал вот эти вот слова, он плюнул в морду, а может быть, просто ударил бы в морду Зеленскому. И был бы прав абсолютно, потому что побеждал советский народ. И выделять там Ахмед Хан Султан, вот крымско-татарский народ побеждал. Ну, как бы есть вопросы по крымско-татарскому народу, не будем сейчас как бы на них акцентировать. Но опять-таки, да, дважды Герой Советского Союза, да, более 30 сбитых самолетов. Кто дал ему самолет, кто вооружил этот самолет. Все это делал советский народ. Потом меня, знаете, вот он возмутил. Он начинает перечислять фамилии, но дальше вот полковника не поднялся. А почему генералов украинского происхождения не называют? Ну почему вот мы забываем генералов украинского происхождения? Что, уже все? Они не украинцы? Тот же маршал Тимошенко. У нас сейчас там идут дискуссии по поводу того, что надо переименовать, проспект маршала Тимошенко на Оболоне в Киеве. Ну да, рассказывают, что он был наркомом обороны, деятелем коммунистической партии, поэтому нужно переименовать. Вот оно, вот отношение к победе, на самом деле, к участию украинцев. Но при этом тут же пытаются приватизировать, рассказывая о том, что 8 миллионов жертв среди украинцев, там 7 миллионов украинцев служили в Красной армии. Вот, кстати говоря, к вопросу об УПА. Да, 200 тысяч УПА, хоробрый воек и УПА, и 7 миллионов украинцев в Красной армии. Где больше? Пытаются приватизировать. Это неправильно. То есть вот этого быть не должно. Вообще заявление о том, что украинцы там, или где-нибудь там будут заявлять белорусы, латыши, там, русские, казахи. Вот они победили. Вот это уже путь к расколу. Единый советский народ побеждал. Побеждал как на фронте, так и в тылу. Хотелось бы тоді ще зглянути на от за останні 6 років нам трошечки намагалися нав'язати, мені так здається, нав'язати нову історію, скажімо так. І хотілося б дізнатися, от ваше враження, наскільки змінилося відношення людей до 9 травня, тобто до Дня Перемоги, за ці 6 років? Воно якось відрізняється від 2013-го, 2016-го і 2020 рік. Нам нову історію почали нав'язувати не в 2014 году. Нам нову історію почали нав'язувати вот, ну, сразу з 91-92 года, коли нам почали розказувати про те, що, оказується, Совєтський Союз – це була тюрма народу. Мы вот вышли все из Советского Союза, и мы не знали, что это мы жили в тюрьме. Оказывается, мы жили в тюрьме народов. Ну, там многие вот моменты присутствовали, но постепенно все это делали. То есть были символы, которые вот казались бы незыблемыми, например, Великая Победа. В 91-м году она казалась незыблемой. В 99-м она казалась незыблемой. В 2013 году казалось, что вот это незыблемый символ. Мы по интернету гуляют фотографии того же Порошенко, там, Ляшка и прочих деятелей. Георгиевская ленточка, да, без всякой вот этой вот возбужденного ануса, без европейских этих символов. То есть вот георгиевская ленточка присутствовала. Казалось, это вообще ну, нереально перечеркнуть. Казалось? Казалось. А что мы получили в 17 году? Мы получили от Антона Геращенко, я подчеркиваю имя автора Антона Геращенко, закон о декоммунизации, который предусматривает санкцию до 10 лет лишения свободы, ну, например, за исполнение советского гимна. Вот если мы с вами сейчас вдвоем исполним здесь советский гимн, то нам могут дать до 10 лет. Потому что, во-первых, мы с вами делаем это в группе, во-вторых, с использованием средств массовой информации. У нас два отягчающие обстоятельства по этому поводу есть. Украинский гимн, гимн Украинской Советской Социалистической Республики. Понимаете, гимн, в котором есть слова «Живы, Украина, прекрасна и сильна»,
Вот эти слова «Живи, Украина прекрасная и сильна» – это слова запрещенные. Нельзя Украине желать, чтобы она жила, чтобы она была сильной, чтобы она была прекрасной. Нужно говорить о том, что, ну, слава богу, еще не вмерла. А может, еще не вмерла? Блин, жалко. Ну, давай, давай, торопись, потому что белый человек уже, белый господин уже заждался, когда ж ты помрешь. Я боюсь, что цей момент может вырезать, разумеете, добрые люди, и потом застосовывать против вас. Ну, знаете, против меня уже столько вырезают и застосовывают, причем чаще эти добрые люди, недавно мне прислали одного русского блогера, который обсмеивал мое выступление там на пресс-конференции в Украинару. Я рассказывал как раз вот об этой 436 статье Уголовного кодекса со значком 1, 436, прим. 1. Рассказывал о санкции. Он говорит, да что ты брешешь? 10 лет за красный флаг. Нет, ну мы знаем, что флаги запрещаются, конечно, красные в Украине, но 10 лет это ты уже обосрался, это ты уже там, это вот так говорит. Ну, вот дурачок просто. Вот это как бы, причем, знаете, под этим дурачком сотни тысяч просмотров, 20 тысяч лайков, всего 200 дизлайков, и люди пишут, да, молодец, как ты ему вжарил. Невдомек, что залезь, посмотри. Или вот мне предложили, говорят, еще лучший вариант для этого блогера, возьми красный флаг. Приедь. Походи. Посмотрим, насколько тебя посадят. Ну, может, не дадут тебе десяточку с конфискацией. Может, тебе дадут там пятерочку. Ну и все. И вот тогда ты опровергнешь меня, скажешь, вот, Семченко сказал, что десятку дают, а я пошел, походил, и меня посадили всего лишь на пятерку. Давай, доказывай свою правоту. Трись, да? Да, или трешку мне дали. По амнистии выпустили через 2 года за хорошее поведение. Или не выпустили, потому что был, это самое, женой всего это блока в Назоне. Дебил. Зрозуміло. Дякую за цей розказ цікавий. І взагалі дуже інформативно все було. Я сподіваюся, що це на користь піде нашим телеглядачам. Дорогі друзі, ну а ми в рамках нашого громадського опитування продовжуємо цікавитись думками наших відомих блогерів. І давайте подивимося, що вони нам сьогодні розкажуть. Топ-блогери України. Тут немає табу. Что стало ясно-понятно с Зеленским после 9 мая, и он набрал почти 1 000 000 просмотров. Мы проанализировали, что делал Зеленский в этот день, а также я дала ему ряд советов. Он фактически дословно повторил сказанную накануне Порошенко фразу о том, что мы никому не дадим приватизировать победу в войне. Вот эта фраза в публикации Порошенко на Фейсбуке, а вот же она в публикации Зеленского. Вероятно, что Порошенко и Зеленский имели в виду, что Россия пытается приватизировать память о войне. Но если это так, следует задаться вопросом, кто ей в первую очередь в этом помогает? Случайно не те ли люди в украинской власти и около нее, которые всеми силами пытаются доказать, что никакой победы не было? И если в Киеве все чаще звучат такие голоса, то, может быть, речь идет не о том, что кто-то пытается приватизировать победу, а о том, что кто-то в украинской власти готов от нее отречься и заменить День Победы 9 мая на День примирения 8 мая. Может быть, об этом также стоило сказать Зеленскому? Может быть, и стоило, но не сказал. Зато заслужил похвалу за фото с рукопожатием ветерана советской армии и связной УПА от самого Ветровича. От того, кто ранее Зеленского чуть ли не врагом народа называл. К сожалению, Владимир Александрович к этим советам не прислушался. И сейчас все так и происходит, как я говорила еще год назад. Сегодня наш президент делал видеообращение, записывал он его на западе Украины, в Закарпатской области, и он перечислил украинцев, которые боролись с нацизмом. Понад 7 миллионов украинцев у складе антигитлеровской коалиции протидіяли нацизму как на рідній землі, так и на різних континентах планеты. Без сумніву, людський подвиг не має паспорту, але внесок українців у перемогу над нацизмом величезний. І сьогодні ніхто не може приватизувати перемогу, говорити, що вона могла статися і без українців. Ми не повинні цього забувати, соромитись та дарувати комусь подвиги своїх українських героїв. Тому сьогодні ми з гордістю згадаємо імена, якими Україна може і повинна пишатись.
Правда, почему-то в их числе оказалась Улена Телига, член ОУН, которая сотрудничала с нацистами во время оккупации и работала на коллаборантскую газету «Волынь». Немцы ее потом казнили в Киеве в числе других националистов, которые показались им слишком самоуправными. Но личность поэтессы явно не из тех, которых можно относить к ярым борцам с гитлеровцами. Также, конечно же, обращает на себя внимание тот факт, что в речи Зеленского нет ни слова о Красной армии, которая внесла решающий вклад в победу. Как будто украинцы побеждали нацистов и их союзников сами по себе. Зато упоминается армия США. Ніколас Орешко, кавалер медалі пошани та пурпурового серця, найвищих військових нагород США. Його у Білому домі особисто нагородив президент Гаррі Трумен. Алекс Дяченко, іменем якого названий есмінець ВМС США. Уродженець Сумщини Олексій Берест, що встановлював прапор СРСР над Рейхстагом. Та виходець з родини українських лемків Майкл Стренг, що встановлював прапор США на Іводзімі. Президент туманно как-то вот очень сообщает, что украинцы воевали в составе антигитлеровской коалиции. И стоит отметить, что в нее входили государства, а не отдельные люди по национальному признаку. Абсолютное большинство украинцев служили именно в Красной армии СССР. Не надо стесняться об этом говорить. Так и было. Упомянутый президентом снайпер Василий Курка. Зеленский почему-то не сказал, что этот 16-летний парень, комсомолец, венечанин, не подлежал призыву из-за его возраста. Но добровольцем он вступил в Красную армию. Причем всех, кто воевал в армии США, Зеленский обозначил куда подробнее. Впрочем, из слов Зеленского все же было понятно, что многие ветераны украинцы – советские воины. Президент упоминает их звание героев СССР. Например, летчиков Ивана Кожедуба и Ахмед Хансултана. По поводу последнего президент, конечно, не забыл уточнить, что тот боролся против депортации крымских татар, запустив такую шпильку в адрес Советского Союза. В общем, эта часть обращения с поправкой на индивидуальность Владимира Александровича была очень парохоботской. В конце своей речи Зеленский предложил установить 4 колокола. Ми хочемо встановити в Україні 4 дзвони. Вчора я був на Луганщині, біля першого селища, де у 42-му році почалось звільнення України. І там буде встановлено перший дзвін. Дзвін пам'яті. Сьогодні я на Закарпатті, поруч з місцем, де завершилось вигнання загарбників. Тут буде встановлено дзвін перемоги. Ми віримо і зробимо все, щоб обов'язково настав день, коли буде встановлено ще 2 дзвони. Дзвін миру в Донецьку та дзвін єдності у Сімферополі. І ці всі 4 колокола повинні будуть зазвонити всі вместе, коли Крым вернется в состав Украины, а в Донецке закончится война. Заявление Зеленского, конечно, резко контрастировало с обращением того же президента Беларуси. Лукашенко абсолютно не стеснялся говорить, что победили нацистов именно советские солдаты. Даже мысль изменить традициям, которые вот уже 75 лет прославляют историю великого подвига победителей, для нас недопустимо. Вообще в Минске сегодня прошел большой парад. В Украине его показал только один телеканал, и то своеобразно, скажем так. К украинской власти. Очень интересно, что Кабмин ни на сайте, ни в соцсетях ничего не написал
про День Победы. В принципе, это неудивительно. Денис Шмыгаль ранее заявлял, что не знает такого праздника. Ну что ж, стоит ему напомнить, что такой праздник есть. Очень интересный, я бы сказала, даже занимательный текст опубликовала у себя в телеграм-канале президентская партия «Слуга народа». Они там сообщают, что сегодня на самом деле День скорби. Для Украины и для большинства цивилизованных стран День Победы над нацизмом является днем памяти и скорби. Это не триумф победителей над побежденными, а дата, когда надо вспомнить подвиг наших предков, почтить всех, кто боролся против нацистского режима. Отдельные ремарки к этому празднику подготовило лишь Министерство иностранных дел. Оно написало пост в Facebook, как советская пропаганда украла у украинцев подвиг водружения флага над Рейхстагом. Какое отношение к данному историческому вопросу имеет МИД, конечно, непонятно. Но вышло как вышло, в День Победы над нацистской Германией Киев раскритиковал СССР. По делам ему. ТВУ. То блогери України. ТВУ. Тут немає табу. Олександр, дуже дякую за цю розмову, дуже дякую, що прийшли до нас в студію і сподіваюся, що ми скоро з вами знов зустрінемося. На этом самом місці, в тот же самий час. Ну, в другий день. Ну, в другий. Спасибо. Дорогі друзі, на сьогодні це все. З вами була програма ТБУ «То блогери України». Ми надалі будемо слідкувати за нашими блогерами, а ви слідкуйте за нами. І не забувайте підписуватись на наші соціальні мережі. Всього вам найкращого. Па-па. Воно небезпечніше, ніж СБУ. Для мозгу корисніше, ніж ПТУ. Великий вплив має, як НБУ. Про блогерів шоу. Дивись ТБУ. Yeah.